Добрый день, дорогие друзья! С вами Некрос, и большое спасибо за донаты Владу, Нонамычу, Владу Юрлову, Егору Яковлеву и Игорю Мястовскому. Итак, мы продолжаем проходить Resident Evil Village, и у Итана появился улучшенный ключ с четырьмя крыльями. Торговец рассказал нам о владыках и о том, где эти, значит, владыки обитают. За счет того, что Итану удавалось хитро избегать сражений с сложными зомби, у него улучшился боезапас, и теперь с боссами воевать будет попроще. Итак, мы отправляемся на поиски владык. Так, и я так понимаю... Опа, смотри. Виноградник. А тут замок. То есть мы в замок попадаем, судя по этому сундуку. Интересно, интересно. Дурной знак. Я слышу игрушку. Нет, это не игрушка. Тут развилка. Так, внимательно, внимательно. Стараемся осматривать локацию. Слушай, тут... Вот если б не карта, тут можно было бы заблудиться. И там дальше мост, судя по карте. Опять же, мост сразу вспоминается. Dark Souls. Так, ладно, идем к мосту. Тут ничего я что-то не вижу. Никаких предметов. О, Dark Souls-овский мост. Ну, на самом деле, такие мосты во многих играх возникают. Просто почему-то именно Dark Souls вспоминается. Потому что игра крутая. Странно, что мост не обвалился. Это странно. Не хватает только драконов, да, которые тут летать будут. Ита. Что? Что? Действительно, что? Это же Мия. Итан. Подойди ко мне. Мне нужно кое-что сказать. Мия? Это иллюзия, и походу эту иллюзию создает кто-то из владык. Так, Итан внезапно разучился бегать. А вот это особняк владыки, да? Сад, подожди. Сокровище Беневиенто. Роза стала другой. Итан, ты должен помочь. Подожди. Сначала... Возможно. Закрыто. А мы помним, что у садовника Беневиенто, а тут как раз сад, ключ от мастерской скрипача. И там же будет сокровище. Вы с Розой меня бросили. Я не хочу быть одна. Это точно, иллюзия, которая запутывает Итана. Это ловушка. А тут мне вспоминается могила Арториаса. Я Беневиенто. Так. 87-й, 96-й год. Подожди, а это ж тут же сундук. Я с ума схожу. И что, не подойти к нему никак, что ли? Странно.
Подожди, сейчас будем осматривать локацию. Может, тут какая-то кнопка или что-то. А вон дверь. Здесь нельзя это использовать. Отдай свои воспоминания. Понял. Понял. Семейное фото. Что происходит? Так, ну мы так и так сюда вернемся, да? Но все же непонятно, почему. Почему сюда не пройти? Хотя тут сундук. Сокровище Беневиента. Я думаю, что это что-то откроется позже. Надо сначала найти ключ садовника, может быть, и самого садовника. Хотя тут, конечно, так темно, что ничего не видно. И свечи-то не особо помогают. И вообще, это что за изба такая? Это больше какие-то темницы в скале. Но при этом тут есть лифт. Как удобно. Ладно, давайте посмотрим, что это за дом такой. Ой-ой-ой, ну не сейчас. Время для скримера, я так полагаю. Пойдем, Итан. Все, приехали. Сохранение. А вот и особняк. Это другое. Или, подожди, или это Беневиенто. И вот отсюда мы, получается, вот так вернемся, да? А так еще тут какой-то путь, смотри. А тут путь зарос. И двери закроются, да? Дом Беневиенто. Ну вот. Кажется, мы нашли это дом садовника. Ну, это, конечно, не замок Димитреско, но я уверен, опасностей тут будет достаточно. Тук-тук. Какие тяжелые двери. Так, ну это понятно. А у дома-то тоже надо все осмотреть. Вот здесь вот. Подожди. А, смотри. Так. Не попасть. Из-за ветра ничего не слышно. Я даже не уверен, слышно ли мой голос из-за этого шума. Но в доме должно быть потише. Так, ну, давайте осматривать дом. Так, вазочки не разбиваются. Давайте по порядку. Сначала эта комната. Рога. Какие-то клубки ниток. Вообще ничего. А на карте показано, что что-то есть. Неразрушаемые вазы. Что такое? Не открывается, слушай. Понял. Понял. Так. Куда тут еще можно сходить? Вот сюда. О, тут не пройти. Фойе.
Вообще ничего и никого. Может быть, какая-то книга, там, типа, рычаг, который откроет тайную комнату. А это что такое вообще? Ничего, абсолютно ничего нет. Зато зомби могут быть. Абсолютно пустой дом. Но что-то скрипит. Есть кто-нибудь дома-то? Призрак, дай нам знак. Опять лифт, кстати. Но этот лифт вниз ведет. И двери почему-то тут заперты, тоже непонятно. Ладно. Так вот, вопрос, а куда этот лифт ведет? Если мы только вроде как с нижнего этажа приехали наверх, а теперь опять вниз? А может это просто двор? Этого дома. А, не, я смотрю. Первый этаж дома. Или подвал. Непонятно. А, смотри-ка, это, походу, кинопроектор. А в шкафу были фильмы. Алкалоиды горных растений. Куча книг. А эту штуку включать, я так понимаю, надо, да? Вот эту, не? Тут вообще ничего нет. Абсолютно. Ладно, следующая комната. Тут замок какой-то. Электрощиток. Заперто. А вот эта часть дома выглядит как-то уж совсем недружелюбно. Музыка. На этой локации очень много кукол. Так, ну я так полагаю, что тут какой-то особый ключ. А, он ранен. Я думаю, чё он так это? Чё он так недоволен-то? Вообще прикол. Тут сохранялка есть. Так, ну... Пока непонятно. А, вон, смотри, еще коридор. Так, тут вроде... А, нет, тут не все, смотри-ка. А, ну это потому, что дверь закрыта, поэтому на карте показывается, что что-то еще есть. Да, и тут торговца ведь не будет, если что. Боезапас не пополнишь. Опять загадка. Похоже, в это углубление можно вставить предмет. Сюжетное. Ожерелье, которое носила Луиза. Оно покрыто пеплом. Так, подожди.
Для чего-то оно тут есть. А вот что это такое? Что это за загадка? Один глаз, два глаза, да? То есть нужно сюда еще добавить какой-то вот символ, да? И... Так, хорошо. Так, изучаем ожерелье, видим что? Самоцвет из ожерелья. Ожерелье с ключом. Вынув самоцвет из ожерелья Луизы, вы обнаружили спрятанный ключ. Угу. А ключ от чего? Ключ Луизы. Ключ из ожерелья Луизы. И ключ еще посмотрим. Ничего. Ну вот этим ключом, скорее всего, отпирается колба. Мое оружие. Опа. А его нет. Что за магия? Объяснитесь, что это за магия такая? А, что, предметы? Предметы тоже пропали? Это как понимать? Это же Мия. Что? Кукла? Мия? Предметов нет. Винты слишком прочные, их надо чем-то разрезать. А, смотри, подсказка, видишь? Это птица. Три глаза закрытых. Так, хорошо. Давай заранее эти символы тут выставим. Три закрытых глаза. И птица, которая, по-моему, парящая. Вот такая. Или такая. По-моему, такая. Нет, вроде такая. По-моему... Так, подожди, мне показалось, на стене что-то было. По-моему, так. По-моему, так. Так, еще раз глаз посмотрим. По-моему, птица вправо летит. Да. Так, а выйти отсюда можно как-то? Опа, пароль. Так, а пароль случайно не такой же? Там 04 08 07 там или какой-то там был. Нет. Похоже, нет. Так, может наверху где-то тут цифры. Надо искать. Внимательно смотреть. Так, а еще тут ногу можно изучить. Деревянную. А, тут что-то есть. Ключ. Это часть ключа. Или нет, заводной ключ.
Вот, серебряный... О, что? Серебряный ключ. Так, это плечо. Кольцо. Кольцо, покрытое кровью. Так, ну вроде бы все, да? Это мы смотрели. Тут закрытые глаза. Так, а теперь кольцо. Ну, во-первых, ключ смотрим. Поворачиваем. Ключ понятно, что. Заводной ключ смотрим. Ничего особенного. И, конечно, кольцо посмотрим. Что это такое? Опаньки! Что я там вижу? Два что-то. Плохо видно? Очень плохо. Пятьдесят два что-то. Слушай, видно очень плохо. Там, короче, цифры, это код. Но их так плохо видно, мне их просто не прочитать. Пятьдесят два. А, почему мне их не прочитать? Потому что их нет там. Ну, то есть, там не все цифры просто. Я увидел там 52. Хорошо, набираем. 52. И я резко забыл, что есть же ключ от этой комнаты. Значит, остальная часть кода вот тут. Так, загадки, загадки. Заперто с другой стороны. Ничего нет. А, вот оно что. Теперь все числа будут видны. Обручальное кольцо. Так. Ну-ка читаем. О, ну тут, конечно, теперь видно хорошо. 05-29-11. 05-29-11. И надо сохраниться. А, ну игра сохранилась. И сейчас... Так, предметов. А. А, создавать предметы он может, а самих предметов нет. Никого. Никого, но по-любому сейчас кто-то появится. О! Призрак, дай нам знак. Так, фильмы опять. Вижу, вижу, там какой-то предмет блестел. В смысле? А, во. И ничего. Абсолютно ничего. Вообще ничего.
Для чего эта локация-то? Тут ничего нет. А нет, смотри-ка, что-то есть. Откуда она здесь? Так, шкатулка музыкальная. О, надо музыку писать. Понятно. С ней что-то не так. Ну, потому что музыку надо нормальную настроить. Так, поменять. Так, а я так полагаю, надо по какому принципу-то их менять-то, интересно? По принципу вот этих вот отметин? Потому что... Не, ну можно, конечно, наугад их, да, менять. Но такое ощущение, что здесь какая-то закономерность все-таки должна быть. Ну ладно, давай так вот, допустим, попробую угадать. Не работает. Нет. Это явно неправильная. Явно неправильная мелодия. Так, а если, допустим, по количеству отметин? Вот здесь отметин нет вообще. Будет она работать? Нет. Ну, угадал, короче. Просто угадал. Я не понял суть этой загадки. Возможно, в этом-то и суть, что ты угадываешь. Итак, пинцет. Медицинский пинцет, найденный в музыкальной шкатулке. Так, его надо изучить. Ничего особенного. О, дверь меня не пускает дальше. Так, погоди, а бинты случайно не пинцетом ли? Ага. Развязываются. Скорее всего, да. Бинты слишком прочные. А, не. Не пинцетом. Пока непонятно, для чего пинцет. Будем искать. Так. Надо, видимо, подниматься на второй этаж. Наша счастливая семья. Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас на этом свете – подарок на свадьбу от бабушки. Доказательство вечной любви Итана ко мне. Ага. Кинопроектор. Но пока его никак не включить. А чё, лифт не работает? Да ладно. И никак не включить, слушай. Внезапно.
Так, пинцет. А, пленка. Там кто-то был. Так, теперь надо пленку смотреть, получается, да? Тут перепутан порядок. А порядок написан на бумаге. Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас на этом свете. Так, получается, первая пленка — это игрушка, вторая — сказка, третья — сама Роза, далее четвертая — подарок на свадьбу от бабушки, пятая — доказательство вечной любви Итана ко мне. Значит, четвертая — это... шкатулка, подарок, и пятое кольцо. А вот и потайная комната. Так, и что тут? Ножницы. Чтобы бинты разрезать. А, тут ножницы. Так, погоди, а в этой комнате больше ничего нет? Ничего. Ага. Только отошли от телефона, сразу звонок. Но. Слушаю вас. Итан, прошу, послушай. Я не хотела скрывать это. Мия? Я не хотела терять тебя, разрушать нашу семью. Мия, о чем ты говоришь? Я так люблю вас обоих. Но мне пришлось. Что происходит, а? Похоже, в это углубление можно вставить предмет. Кольцо? Нет. А, все, мы вернулись к кукле. В смысле, открой. Теперь. Теперь бинты. А, и вот символ. Медный медальон. Атмосфера какая-то прям как в Silent Hill. Прямо хоррор.
Так, значит... О, не туда идем. Значит, медальон. Код двери мы узнали. Добавляем сюда медальон. Ну, что... А, вот все. Ой-ой-ой. А вот тут страшновато будет. А, тут колодец с пленкой, который, да? Призрак. Ты здесь. Ключ от электрощитка. В смысле? Что происходит? Скример на лестнице будет? Происходит. Но комната странная какая-то стала. Дверь закрылась. Да, это Silent Hill, это не Resident Evil уже. Это Silent Hill. Так. И что теперь? Теперь я так понимаю, ну там дверь закрыта? А, дверь сама это открылась. И кто это? Это что? Так, убегаем. Оно ползет сюда? Жесть. Надо убегать к электрощитку и лифт включать быстрее. Быстрее. Открывай. Оно ползет сюда. Барельеф. Так, но чудовище отстало. А на карте есть какая-то дверь матери. Закрыто. Так. Надо сохраниться. А эта дверь открыта теперь? Да, открыта. Ничего не видно, даже с фонариком. Yeah.
А, тут завалено. Кухня. Ничего нет. А вот тут что-то есть. А, предохранитель. Только вот сейчас мы его возьмем, этот предохранитель, и что-то тут начнется. А, спрятаться. А, ясно, ясно. Сейчас я беру предохранитель и сразу прячусь. Да? Я не вижу ничего. Вот сейчас, наверное, да? Вот сейчас. Нет. Ага. Прячься. Опасно. Ну, ждем. Надо, видимо, и убегать, да? Ага. Оно бежит. Так, где мы, где мы? Так, мы тут были, да. Ничего не видно. Так, снова сохраняемся. И теперь можно лифт включать. Но оно по-любому сейчас нападет. Нет? Нет? Или пока лифт будет ехать? Да? О, вот тут можно отступать. Я не вижу. Уходим. Уходим. Да ладно. А, успел. Что-то взгляд, по-моему, плывет у Итана. Происходит. Что происходит? Не уходи. Я не пущу. А, ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то
Попробуй найти меня! Они будут атаковать, интересно? Файе. Они же по-любому будут атаковать. А, вон, клубок. Где она? Что за жесть происходит? О! А, они все-таки нападают. То есть, если стоять на одном месте, они начинают нападать. Я понял. Короче, смысл в том, что эту куклу надо искать и как можно быстрее, иначе остальные куклы начинают нападение. Попробуй найти меня! Так, ну, если тут нитка с клубком, значит, по-любому... Где-то... А, вон дверь, смотри. Тут просто ее не видно из-за плохого освещения. Она улетела. Она улетела, я так понимаю, опять ее надо искать, что ли? И если я не успеваю, меня атакуют куклы, да? Куда она улетела? Тебе ни за что отсюда не выбраться! Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Все. Мия, я все исправлю. Ключ какой-то. Что? И колба, смотри. Так, надо выбраться отсюда. Объединено с четырехкрылым ключом. Значит, вот кто за этим стоит. Их уже две. Так, и получается, что надо теперь возвращаться обратно к торговцу, да? Все, смотри, дверь особняка открылась. Так, а погоди, а... А ключ? Ключ от мастерской скрипача. А обратно уже в дом не попасть, он закрыт. А где же ключ тогда? Странно. Очень странно. Так, подожди.
И потом, тут еще, смотри, сокровища. Непонятно. А по карте, погоди, по карте что получается? Дом? Вот этот вот, да? А, так в этом доме все вроде мы исследовали, да. Может быть, этот ключ позже появится. Кто знает. Долго. А, во, все, приехали. Так, 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 так. Сохранилась игра. Сейчас будем смотреть этот сундук. Или что тут вообще? Что тут должно было измениться тут? Не понял. Так, непонятно. Короче, пока непонятно, как это сокровище открыть. Может быть, позже его можно будет открыть. А пока что мы возвращаемся к торговцу. И, по-моему, открылась дверь. Да. Может быть, то, что мы ищем там. А, погоди, этого не было тут. По-моему, тут этого не было. Что-то и этого я тоже тут не помню. Шар с солнцем и луной. А не это ли ответ на загадку? Ну-ка, подожди. Так, 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 так. Металлический шар с изображением солнца и луны. Так. В смысле? Это кто? А, это медленные, да, зомби? Но это ничего страшного. Так, сейчас проверим, подходит ли предмет этот сюда. Что, наверное, очень вряд ли. Да. Он не подходит. О. Ну, пусть они, в принципе, сюда идут. И мы просто мимо них пробежим. Тем более я говорю, что, видите, тут дверь открылась. А может, это короткий путь в деревню, кстати? Может такое быть? Вполне может. Ну, он сюда идет. Ура! Хорошо, что это обычная нежить. Они быстрые, вот эти вот орки из Мордора. А вот с шаром непонятно, что. Что делать? Какой-то это предмет особый. Ну. Разберемся. Ох ты! Это что такое?
Нет места для снаряжения. Выбросите часть вещей или перегруппируйте предметы в снаряжении. Переместите все ненужное в область справа. Вот это поворот. Перегруппируйте. Но можно просто с ними сразиться и боезапас потратить. Это что? Мощное боевое ружье с широким разбросом дроби. Мясо. Мясо надо. Надо расширить этот чемодан, короче, у торговца. А лучше по-другому сделать. Перезагрузить игру. Убежать от зомби. Улучшить чемодан у торговца. И прибежать обратно. И все. Все очень просто. А зомби тут, скорее всего, уже не будет. Так, значит... Я не могу пройти? Могу пройти. Так, погоди. А, тут закрыто? А, нет, открыто. Интересно. А, они за нами бегут, да? Это что? Это как понимать? Это как понимать? Офигеть, сколько их тут. Дай пройти. А мы вообще сможем вернуться-то на то место, интересно? Жесть, конечно. О, торговец. Вам эта вещь знакома? Так, у меня есть новинки. Надо это вещи, ячейки вещей расширить. Интересный выбор. Теперь надо бы сохраниться. Да. Ну давай. Вот. Вот на это сохранение. Новых встреч. Так, насколько улучшился... А, ну, в принципе, да, намного, смотри. Так, и бежим обратно теперь. К тому же мы не посмотрели, куда ведет вот эта вот... вот эта вот тропинка. Может быть, к ключу. Кто его знает. Вопрос, будут ли тут опять вот эти зомби? А стоп! Это что такое? Денежки. Еще? О, еще клетка. Просто услышал по звуку. По-моему, еще где-то клетка есть. Да. Я не вижу, но слышу я неплохо. Так. Мне просто интересно, эти зомби, вот мы сейчас подойдем к этому... Я хорошо слышу. К этому дому. Зомби полезут опять? Хоть бы не полезли. О, что? Это как понимать?
Так это мясо же, это же зверь, это мясо. С ним сражаться надо. Так, 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 так. Подожди. Значит, изучить. Урон 720. А тут урон 760. Угу. 760. Понятно. Ты в дом еще не ворвись. Бешеный вообще. Так, значит, сразимся с этим зверем потом. Давайте вот сюда сходим, посмотрим, что тут. По-любому ключ. По-любому ключ должен быть здесь. О, смотри, колодец. Может, ключ тут? Так. Деньги. Фото странной птицы. О, так, это, походу, какая-то загадка такая, да? Ну-ка. Вианит. А где эта птица? А, подожди, сюжетный предмет. Фотография птицы небесно-синего цвета. Где ее сделали? А, так это легко. Это же у входа в замок Димитреску. Легко. Дом. Дом. Так, дом, дом, дом. Сохранялка. Ключ скрипичного мастера. Отлично. Еще тут что-то есть. Так, 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. 27 ноября. Госпожа Донна явно рада. Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь правда дарует какие-то способности? 29 ноября. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова, может, от пыльцы, а потом я увидел усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом. Попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Так. Так, 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 так. Ну что, сохраняемся? И на этом, пожалуй, пока что все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.